На. Давай заноси. На. Мама, свет тут включаю. Хорошечно. Сазанчики есть? Нету. Как так? О, красавцы. Взвешивать будем? А я двух штук эти, представляешь, таких забагрил за живот все время. Два штуки эти обогрел. Один там есть хороший такой подлещик. Крупный. Внизу, да? Ну-ка. Сейчас, подожди, сейчас. Ну, как я вчера, 1,8 кг. О, три! О, 300! Три! 3 кг. Так там еще откинуть вот эту надо. Кого? Ну сколько? Ну 100 грамм ведро. 100 грамм будет. Да, хоть здесь. Ну молодец, что? Молодец, папа. Просто ты умничка. Ну Андрюша сказал, что он не завидует тебе сегодня. Я сегодня что-то не завидовал, потому что не полное ведро принес. Я чувствовал. Я специально не полное наварил. Специально. Ветер, грязи много, да? Несет? Грязь несет, ветер дует. Да. Я поначалу сел так, как ты садишься. Не то. Не то. Залез на кладку из складки давай. А поднимать, если большой? Нормально все. А я тоже думал на кладку садиться эти же. Сел на кладку, хочешь сюда опускаешь, хочешь сюда, хочешь туда опускаешь. Да. Пропускаешь я свободно, тоже... она проплывает, можно придерживать. Да, 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 да. Отлично. А это, удочка тебе хватала, где она проплывала? Надо 6 метров хватает. 6 метров как раз вот где край поносика, да, вот это? То, да, за этот, за камни. Да. Если кинешь, понятно. Накидаешь, то ближе. Ближе, да. Даже приходится вот так вот держать. А, немножко короче. Молодец, молодец. Приложился на кладке. Йо, ты открыл уже сезон на кладке. Удобно, хорошо. Первый. На кладке сидишь, как король. Да, не надо же стоять, топтаться. Я то присяду, то это, то так, то так. А я камушки выложил, съел. Задницу болит. Хотя это на спецрачник, с пенкой. Не, на кладке, блин, молодец. А что, она же выдерживает, в смысле, вес. А если крупно, ты можешь... подвести на берег, а потом сойти и забрать ее. Ну, ни одной такой не попало. Ну, понятно. Все такие, что... Понятно. У меня один был, я его не мог приподнять. Это его за пузо забагрил. За пузо я знаю. Я за пузо когда цеплял, двоих цеплял. Они по-другому, а этот вообще тяжело так держал. Да. Но не вытащил. Там остался. Ну, ничего страшного. Не мое. Не твое. Да. Ну, что ли он как вот... О, отлично, даже щепки у нас тут нету. Не будет. Да.